Магазины стройматериалов, товаров для дома и сада французского ритейлера Leroy Merlin продолжат свою работу в России. По данным нашего телеканала, все торговые точки планируют передать под контроль местного менеджмента. Данный процесс уже идет. Эту информацию подтверждает и пресс-служба Минпромторга России, в ведении которого находится розничная торговля. Сеть не только продолжит работать и сохранит весь персонал, но и планирует открывать новые магазины. Показатели у компании хорошие. Российское представительство Leroy Merlin обладает эффективным менеджментом, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет, отметил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Напомню, что сеть Leroy Merlin в нашей стране насчитывает 107 гипермаркетов, которые расположены в 62 городах. Среди них и столица Верхней Волжи, которая была первым городом не миллионником, где французский ритейлер открыл свой бизнес. В Тверском гипермаркете трудится около 500 жителей Верхней Волжья.